Всем добрый день, с наступившим новым 2017 годом. О чем будет это видео? Это видео будет о том, я тут вот сейчас покажу. Сейчас. Вот на этом ветрячке поменял винт. Снял трехлопастной и поставил пятилопастной. Что меня вынудило это сделать, сейчас я покажу. Заметь, расколбас немного винта, ветряка в работе. И потом присмотрелся, увидел, что кончик на лопасти обломан. Но этому винту уже 4 года. Это один из первых винтов. Он тут уже судьбой ветрами побитый. И вот такие вот были коцки. Он подсвистывал чуть-чуть из-за них. И вот такая коцка была. Вот. Я их не особо там парился, полировал. Единственное, я взял вот такой железной пластиной алюминиевой. Усилил его. Вот. Ну, то есть винт из 200-й трубы. Труба толщиной 4,7, по-моему, миллиметра. Вот, она двухкомпонентная, как ее называют. Ну, или как там. То есть она не монолитная, она с пененным внутренним слоем. Она спокойно проработала 4 года. Это 4, ну, 3 зимы точно. Обмерзание ей часто грозили, она обмерзала. И вот, скорее всего, как раз она обмерзла последний раз, как правильно сказать. Был лед на ней. И, видимо, кусочек отломился в процессе работы. Кусок льда отвалился, пошел еще больше дисбаланс. И вот, видимо, надломила лопасть. Ну и кончик. Ну, 4 года, я считаю, это достойно для такого, такой трубы и для такого винта. Так что куплю сейчас новую трубу метровую. Она, по-моему, 600 рублей стоит. И вырежу новые лопасти. Мах, хабы. Хаб, точнее, и махи уже есть. Поэтому лопатки тоже усилю, вот эти стартовые лопасти, которые помогают стартовать. И верну все назад. Потому что вот этот двухметровый винт в диаметре, по метру лопасть, он вот на этом ветряке прям отлично работал. Сейчас там стоит пятилопастный. Именно тот расчетный, который я на него рассчитывал с самого начала. Он лежал у меня в закромах. Ждал либо другого генератора, либо вот как раз для таких случаев. Не боимся, не стесняемся использовать трубы канализационные рыжие. Они работают. Нужно будет еще потом, видимо, ну, если не сломается и не отлетит до весны, потом ревизию вот этого винта. У него 2,10 диаметр. И что-то тоже я видел, что его немного подколбашивало. Видимо, кусочки льда были наморожены, и он щелкал. Иногда вот если щелкает, я уже заметил, если винт начинает подщелкивать в момент работы, прям такой чук-чук-чук, то обычно вот здесь, в корне, вот в этом месте, трещинка начинает идти по болтам, либо по маху, вот из-за чего я стал усиливать. Вот тут будет видно, не знаю, вот там трещинку, видно, не видно, она тут была. И вот если подщелкивает, вот как здесь, вот сломанный, над лопнутый стартовая лопатка, и вот оно чик-чик-чик-чик щелкает. Вот если так щелкает, значит, это сломался корень. И скоро лопасть при сильном ветре может, ну, потерять свою форму.